Наконец наступил этот день, который мы ждали 8 лет. Мы возвращаемся домой. Наконец-то настал этот момент, когда мы возвращаемся на родину. Я счастлива была дать свой голос за вступление в Российскую Федерацию. Ожидаю очень большего, хорошего. Ждали уже 8 лет и наконец-то дождались. Люди изъявляют огромное желание проголосовать. Людей интересует дальнейшая наша будущая жизнь, наши перспективы в развитии в составе Российской Федерации.